В регионе административные правонарушения, связанные с бытовым насилием, увеличены на 4,5%, уголовные на 14%. Президент страны Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу обратил особое внимание на проблему криминализации насилия. По поручению главы государства, Министерством внутренних дел разработан план по предупреждению данных фактов и начата работа по внесению изменений в законодательство. Ужесточение требований к процедуре примирения двух сторон и ужесточение наказаний за правонарушения в семейно-бытовой сфере – основное из вносимых изменений. В прошлом году в стране в соответствующие органы поступило около 100 тысяч сообщений о бытовом насилии. Однако по 60% из них полиция не смогла принять меры в связи с отказом потерпевших в подаче заявления. Предписание, вынесенное против агрессоров, во многом усугубляет ситуацию, не решая вопроса. На сегодняшний момент у нас проживает 7 женщин, многие из них жертвы бытового насилия. Для нас важно на законодательном уровне, чтобы закон работал, был эффективнее, защитить женщин и детей. Для нас важно, чтобы была разница, можно было отличить семейную ссору от бытового насилия. Когда женщина к нам попадает, жертва бытового насилия, неоднократно агрессор причиняет ей физическое насилие. Когда женщина попадает к нам в центр, ей очень тяжело справиться одной. Агрессор начинает манипулировать с помощью детьми. Выносится, да, решение, защитное предписание выносится. Ну, там бывает, выносит маленький срок, это 10-15 суток. Когда мужчина выходит, он еще более обозленный на женщину и начинает ее преследовать еще хуже. Также правоохранительными органами предусматривается регистрация уголовных фактов не только в связи с жалобой заявителя, но и с определением свидетеля, выявившего правонарушение. То есть, если вы заметили подобные факты, вы можете воспользоваться своим гражданским правом и пожаловаться. Самым главным и основным критерием сложности является то, что на данный период времени при оформлении такой женщины мы замечаем некоторые проблемы, например, отсутствие возможности назначения алиментов автоматически судом. То есть, если заявление женщины было подано только на развод, автоматически алименты не назначаются, а значит, женщина не имеет возможности получить АСП. Это большая трудность, ведь женщине при разводе необходима помощь. В прошлом году по области было зарегистрировано более 2000 нарушений в отношении бытового насилия. Количество пострадавших, поступивших в кризисный центр – 216, из них более 150 детей. К сожалению, это число растет с каждым годом, несмотря на то, что правоохранительными органами проводятся профилактические мероприятия. Законодательно применяются только меры по кратковременному аресту. Зеринбек Калиева, Анель Рахимжан, Алишер Шакубаев, Кукши, Ахпарат.